Привет всем! Сегодня будет очень информативное видео, так что обязательно досмотрите его до конца. Я сейчас очень загружен и не успел для вас выпустить видео о верификации, о том, как я завожу VIP-счет. Прошу прощения за это. Так что сейчас я хочу выпустить промежуточное видео, в нем отвечу на самые важные вопросы и расскажу об изменениях. На фоне я поставлю торговлю, ее я комментировать никак не буду. Я разгонять буду счет 350 рублей, там все просто, буду заходить от уровня сопротивления. И в конце видео я отдам этот счет вам. Я уже делал такую акцию, так что еще раз повторяю, досмотрите это видео до конца, чтобы узнать, что нужно сделать, чтобы получить этот аккаунт. Итак, я уже давно хотел изменить подход к торговле, изменить концепцию моих видео о торговле. И как раз все вот так вот совпадает со всех ситуаций, я извлекаю пользу, потому что люди спрашивают, зачем я удалил счет. Ребята, я же видеоблогер. Чтобы показать вам, как пройти верификацию, как завести VIP-счет, мне нужно удалить старый и завести новый, чтобы все вам показывать, чтобы все вам рассказывать. Вот этот вот счет, он для видео. Я завожу его на свое имя, и он для видео. Для повседневного заработка у меня есть другие аккаунты, которые я никому не хочу палить. Понятное дело, что на этом счету, который я вам показываю, я не вывожу деньги. Хотя я учу выводить деньги каждые 2 дня. На других счетах я вывожу деньги. Заработал, вывел, заработал, вывел. А здесь я вам показываю, как я накапливаю свой баланс. Потому что если я на своем счету буду выводить каждый день деньги, люди будут говорить: а что, сливаешь, не можешь разогнать депозит, такой ты трейдер. Ну, люди так устроены. Плюс я хотел именно начать все с чистого листа. На новом аккаунте тестировать новую стратегию и все вам там рассказывать, показывать. Сейчас будет все кардинально по-другому. Теперь я буду вводить лимиты в свою торговлю и буду это все вам показывать. О лимитах я своих говорил, но не показывал вам. А теперь я буду все показывать, все рассказывать. Лимиты будут формировать дисциплину. Теперь в моих видео обязательно будет присутствовать дисциплина. Без дисциплины в трейдинге вообще никуда. Также обязательно будет присутствовать money management. Потому что вот люди смотрят на всю эту картину, на других видеоблогеров, они там зарабатывают по 200, по 100 тысяч за час и думают: вот как все просто, здесь так просто зарабатывать деньги, вот от уровня поддержки зашел, и я всегда буду в плюсе. Нет, у людей складывается неправильное понимание этого заработка. Они смотрят на меня, видят у меня депозит 1 000 000, я ставлю сделки по 10 тысяч и говорят: блин, ты за минуту заработал больше, чем я за месяц, и тоже ставят по 10 тысяч, а у них баланс, например, 30 тысяч рублей. И они заходят по 30% от депозита. Так делать неправильно. Теперь я буду учить правильной торговле, потому что правильная торговля — это 70-100% от депозита за месяц. Для бинарок нормально такое делать за месяц, не за день, тем более не за час увеличивать свой баланс, блин, в 2 раза. Это неправильно. Если вы хотите зарабатывать в долгосрочной перспективе, вам нужна дисциплина, вам нужна стратегия, вам нужна тактика, вам нужен money management. Без этого это просто, ну, не знаю, просто развлечение. Да, можно заработать, да, можно увеличить, блин, за пару дней там в 10 раз. Но потом вы также быстро все это сольете. Потому что здесь самое главное — это заработок. И люди о заработке вообще забывают. Они пополняют счет на 10, разгоняют до 20, потом с 20 разгоняют до 50, потом уже хотят до 100, потом уже смотрят на меня и хотят разогнать до 1 000 000. А денег никто не выводит, никто не зарабатывает. Выводите деньги, зарабатывайте на этом. Я еще давно говорил, что у вас должна быть дневная норма. Вот заработали вы там 300-400 рублей, вывели. Заработали, вывели. Заработали, вывели. И каждые там 2-3 дня нужно выводить свои деньги. У вас есть определенная сумма, а все остальное вы себе в карман. И вот так вот вы будете зарабатывать. Также люди очень часто спрашивают, где торговля, когда будет следующее видео по торговле. Ребята, мою стратегию вы уже знаете. Я ничего не буду менять. Вся моя торговля уже есть на канале. Ничего нового вы не увидите. Я нашел свою стратегию и зарабатываю. Я не как остальные трейдеры выпускают видео: супер стратегия, мега стратегия. Это вообще самая-самая лучшая стратегия. У них нет, блин, своей стратегии. Также у меня есть отдельный канал по торговле. Там люди присылают мне торговлю, и я ее публикую. Присылают торговлю по сигналам, присылают торговлю по треугольнику, по скальпингу, и я ее просто публикую. Я, конечно,
конечно же, отбираю видео, вы тоже можете прислать мне свою торговлю, и я опубликую ее на канале. Если у вас есть какая-то польза, если у вас есть какая-то классная информация, с которой вы можете поделиться, пожалуйста, присылайте мне, просто это все грамотно сделайте, грамотно отрендерите в хорошем качестве, с хорошей подачей, чтобы людям было реально интересно смотреть. И я эту торговлю опубликую. На том канале очень много советов. Третья ссылка в описании. Я даже сам учусь у людей, потому что я вот рассказывал, что перестроил свое отношение к жизни таким образом, что нужно у всех учиться. Не нужно, я все знаю, я самый крутой. Учитесь у всех. Каждый человек вас может чему-то научить. Каждая вещь, каждая ситуация в жизни вас может чему-то научить. Извлекайте со всего пользу. Это самое мое главное правило. Так что теперь будет строго правильная торговля. Она будет более приземленная, потому что люди говорят, блин, у тебя на счету миллионы, мы не можем себе позволить такой счет. Показывай на более реальных суммах. Вот теперь я заведу VIP счет со 100 тысяч и потихонечку буду заходить сделками по 0,5% от депозита. Я даже сейчас хочу обратиться к другим трейдерам, чтобы тоже учили людей немного другим вещам. Не говорили о стратегиях, самое лучшее, самое крутое, технический анализ, это все хорошо. Но дисциплину, эмоции никто почему-то не затрагивает. Это очень важно. Потому что сейчас на ютуберов смотришь и видишь, блин, как все просто. Как легко можно зарабатывать, у всех одни плюсы, все молодцы, все торгуют строго в плюс. Такого не бывает. Даже у самых-самых опытных трейдеров бывают сливные дни. Об этом нужно говорить. По поводу других аккаунтов, на которых я зарабатываю, они не на мое имя. На ваше имя должен быть только один аккаунт. Запомните это. Только один аккаунт. Это все просекается. Подробнее о верификации, о том, сколько можно выводить денег без верификации, как ее проходить, нужна ли вообще верификация, я буду рассказывать в следующем видео. Но сейчас запомните, что на одно имя один аккаунт. Если вам нету 18, блин, найдите человека, кому есть 18, каких-то знакомых, родителей, да не знаю, кого угодно, и зарегистрируйте счет, все очень просто. Итак, видите, я увеличил счет в 3 раза, такая вот шуточная торговля. Просто я записал такую торговлю, чтобы она была на фоне. И все. Так торговать не стоит. Этот счет я подарю вам. Вы можете делать с этим счетом что угодно. Можете вывести деньги, они придут мне на Яндекс.Деньги, я их потом отправлю. Можете продолжить торговлю, можете слить эти деньги, решать вам. Чтобы получить этот счет, вам нужно написать комментарий, и чтобы этот комментарий за час не набрал ни одного лайка. Результаты я опубликую в открытой группе, первая ссылка в описании. Еще очень важная деталь, комментарий должен быть главным. Не комментарий под комментарием, а главный комментарий за час не должен набрать ни одного лайка. Вот и все. Я сделаю скрин с победителем, опубликую в открытую группу, мы свяжемся, и я вручу вам этот аккаунт. Я уже так делал, тогда подписчик вывел деньги, они пришли мне на WebMoney без верификации, потому что маленькие суммы без верификации можно выводить, не все могут попросить, то есть здесь нету какого-то алгоритма, вот они могут попросить, а могут и не попросить, 50 на 50 можно сказать, но если вы этот счет, например, увеличите до 10 тысяч, вероятность того, что вас попросят верификацию, гораздо выше. Так что на этом я с вами буду прощаться. Огромное спасибо всем за поддержку, за понимание. Всегда учитесь и извлекайте со всего только пользу. Подпишитесь на мой канал, также подпишитесь на канал по торговле, там много всего интересного. Третья ссылка в описании. Обязательно поставьте этому видео лайк. Всем удачи, пока!